Всем привет! В эфире телеканала «Беларусь-5», программа «Хоккей для всех» и я, ведущая Мария Богатырь. Сегодня в выпуске. 15-е республиканские продолжаются. Команда президента Республики Беларусь принимала на своем льду Гомельскую область. Наша рубрика «Разговор с арбитром» раскроет секрет инцидента в матче «Аматор-Сокол». Камера за этим моментом уследить не смогла, но судьи видят все. Также по традиции представим вашему вниманию обзоры всех дивизионов нашей необъятной ночной хоккейной лиги. Команда президента Республики Беларусь и Гомельская область провели свою очную встречу в рамках розыгрыша 15-х республиканских соревнований. Постепенно начинаем привыкать к тому факту, что команда президента идет без очковых потерь. А вот соперники к этому привыкать не собираются. Тем более, что Гомельская область в этом сезоне также очков еще не теряла. В связи с этим гости были готовы навязать борьбу титулованному сопернику. Получилось ли? Команда на двоих одержали уже 4 победы, не проиграв при этом ни разу. Много забрасывая и мало пропуская, соперники действительно стоили друг друга. Первый период прошел в равной борьбе, и можно даже сказать, одной из команд банально не повезло. Но в хоккее к концу матча обязательно определяется лишь один победитель. Таким образом, чья-то беспроигрышная серия определенно завершится по истечению этой встречи. Всего одну шайбу до перерыва увидел переполненный Олимпик Парк. Диагональная передача сквозь всю центральную зону определенно затея рискованная. Однако этот пас от Артема Антоненко на своего отца дошел. Мало того, Олег визуально очень просто разобрался с голкипером соперника. 1-0 при таком счете команды ушли на перерыв. Команда чувствуется неплохо, еще доказывает, ведем в игре. Во втором будем добавлять однозначно, пока не ожидали от них такого напора. Сейчас вкатились, уже будем выдавать. Второй период упрочит лидерство команды президента, но обо всем по порядку. Будто в большинстве хозяева расставились в зоне соперника и вывели на бросок Андрея Михалева. Сам бросок не получился, но вот передача на партнера Дениса Курдека изумительная. Без труда Денис переправил шайбу в ворота гостей, удвоив преимущество. Третья шайба будто стала переломной в матче. Всеми усилиями пытались сдерживать натиск соперника гости, но хозяева давили слишком сильно. Затяжная атака, в ходе которой пострадал игрок Гомельской области, включила в себя целый шквал бросков. Одно из добиваний стало удачным для Алексея Ефименко. Николай Лукашенко и Артем Каркоцкий выступили у него в ассистентах. Еще до перерыва команда президента упрочила перевес и довела его аж до 4 шайб. Ярослав Чуприс и Михаил Гробовский поспособствовали голу Олега Антоненко. Опытному хоккеисту ничего не мешало сделать дубль в матче. Блестящая передача на дальнюю, которую безукоризненно замкнул капитан команды. Буквально секунды не хватило гостям дотерпеть до второго перерыва. Хорошая праздничная атмосфера, играть в хоккей в удовольствие. Все очень нравится, все хорошо. Хорошая поддержка, хорошее настроение, класс. Спустя 8 минут со старта третьего периода голы посыпались, как из рога изобилия. Первая шайба в заключительной трети за авторством Артема Антоненко. Образцово-показательная вышла атака у хозяев площадки. Разыграно как по нотам. Завершающий бросок с колена нападающего лишь придает эффектности данному голу. 5-0. Беспросветно для гостей.
А сейчас вашему вниманию очень красивый розыгрыш лишнего от команды президента. Обратим ваш взор на синюю линию и на то, как Константин Дурнов руководит розыгрышем. Точный пас в клюшку Николая Лукашенко и 31 номер мощным и точным броском, а в одно касание посылает шайбу в ближний угол ворот. Явно наигранная комбинация, и она приносит свои плоды. Просто без шансов для вратаря. Хозяева впервые пропускают при счете 6-0. Шайба, конечно, уже ничего не решала, но помочь Сергею Шабанову сыграть на ноль надо было. Наконец, проявив чуть настырности, Гомельская область добилась своего. Андрей Рыбалко пытался завершить эту атаку голом, нанес в общем счете 5 бросков, но лишь последний стал голевым. Стоит отметить как нападающего, так и вратаря хозяев. Сергей Шабанов боролся в воротах как лев. Однако против такого количества добиваний ни один вратарь не справится. Однако ответ у команды хозяев на пропущенную шайбу нашелся быстро. И вновь у Николая Лукашенко. Занятно, что и Олег Антоненко, и Николай Лукашенко закончат встречу с идентичными показателями. 2+1. Но лучшим игроком в составе хозяев признают Дмитрия Филипповича. Впрочем, это прерогатива тренерского штаба. Им виднее. Алексей Автаев, мы уверены, вам интересно, кто же этот хоккеист, который оформил сольный проход, уложил обманным движением вратаря и послал шайбу в ворота соперника. Магия цифр. Это был третий матч Алексея в сезоне, за который он забросил 3 и отдал 3 голевых паса. Поздравляем нападающего с красивой шайбой и с весьма неплохой статистикой. Ну а окончательный счет в матче оформляют Андрей Михалев и Павел Волчек. Отличная контратака. После ошибки соперника в зоне хозяев 8-2. Команда президента по-прежнему не знает поражений. Напомним, что эта серия длится еще с прошлого сезона. Ну а Гомельская область впервые за сезон теряет очки и отдает первое место прошлогодним чемпионам. Высшая лига. В связи с увеличением количества участников сильнейшего дивизиона, борьба за лидерство, а также плотность в таблице стала только выше, что, безусловно, повышает зрелищность абсолютно каждого матча. Давайте посмотрим, какие результаты принесли нам прошедшие 2 игровые недели. Интересный и результативный матч состоялся на льду Дворца спорта. Пожалуй, в этой игре было все. Тут и множество разнообразных голов, интрига и в конечном счете победа в основное время хозяев льда. 2 по ходу встречи «Атлант» вел, но оба раза упускал преимущество. Сперва в 2 шайбы, а потом и в 1. «Газпромнефть» раз за разом нивелировала отставание и заявляла о своем желании забирать очки. Но невезение преследует эту команду. За 1,5 секунды до финальной сирены Артем Индра забрасывает победную шайбу. 6-й полевой команде гостей помочь так и не сумел. 6-4. Победа «Атланта». Следом на лед Дворца спорта вышли команды «Артель» и «Спарта». Упорнейший матч, и «Спарта» в нем оказалась сильнее. Забросив 1 в первом периоде, а затем 2 во втором, «Спарта» исхитрилась довести матч до победы, хоть и не без проблем. «Артель», забросив 2 в конце 3-го периода, попросту не успела осуществить качественный навал на ворота соперника. Гости набирают свои первые очки в этом сезоне, и мы надеемся, это даст им необходимый толчок в будущем. Второй
победу подряд со счетом 4-3 празднует столица. На этот раз от рук чемпионов пострадал характер. Гости дважды вели по ходу встречи, имея перевес в 2 шайбы. Однако оба раза им удалось его расплескать по дороге к заветной цели. Более того, очень удачно хозяева льда провели стартовый отрезок 3-го периода, дважды забросив за 1,5 минуты. Александр Кулаков в большинстве сперва счет сравнял, а затем Алексей Ефименко установил окончательный счет в матче. Столица продолжает возглавлять турнирную таблицу, а характер опускается на 5-ю строчку. Первая лига, как всегда, дает эмоции нашему чемпионату. Кроме очередного инцидента в игре «Аматор-Сокол», было еще очень много интересного. Как сыграли усилившиеся драконы, чем завершились буллитные серии в обоих матчах «Мифа» за прошедшие 2 недели и вновь много борьбы и равных матчей. Смотрим. «Миф» проиграл в серии после матчевых бросков «Семи холмам». Со счетом 2-2 завершилось основное время матча. Дважды ведя в счете, «Миф» упустил победу чуть более чем за 5 минут. Счет сравнял Юрий Карпенко. В затяжной серии буллитов Сергей Ткачев оказался героем. 3-2, «Семь холмов» одерживает верх. «Аматор», являясь номинальным хозяином, принимал «Сокол». По уже сложившейся традиции, этот матч был не только про хоккей. Команды вновь дали волю эмоциям, подарив нам очередную тему для диалога с арбитром. Однако шайбы также были. Матч для «Аматора» выдался очень непростой. Но столь необходимую победу в нем удалось добыть. Завладев инициативой, хозяева довели дело до виктории. 3-1. Драконы минимально одолели «Динамит» 2-1. Заскучавшие зрители смогли увидеть шайбы лишь в концовке встречи. Это не преувеличение. Поверьте, все шайбы включили в себя последние 4 минуты. Кирилл Шерементов установил окончательный счет всего за 54 секунды до финальной сирены. Из интересного выделим блеклый дебют новичка команды хозяев Максима Скуратовича, проходившего предсезонку с «Мопидом». В протоколе он смог отличиться лишь 2 минутами штрафа. «Миф» упустил 2-ю победу кряду, но на этот раз сумел разжиться очками. «Аматор», сведя матч к ничьей, лишь в серии буллитов оказался сильнее команды из нижней половины турнирной таблицы. А в этот раз лучший бомбардир хозяев Сергей Ясюкевич разжиться очками в матче не смог, но свое слово сказал в серии послематчевых бросков. 3-2. 2 очка в копилку «Аматора». «Сокол» в 1 калитку разделал драконов. Вернувшийся после дисквалификации Дэш оформил ассистентский хет-трик. У Полякова 2+1. К слову, матч завершился безоговорочной победой хозяев 4-0. В других встречах прошедших 2 недель «Микс» дважды разгромно уступил. Сперва «Ай-Сити» 2-18, а затем и «Семи холмам». К слову про «Ай-Сити», обыграв еще и «Динамит» 8-3, в последних 2 встречах команда забросила 26 шайб, что, согласитесь, не может не удивлять. Рубрика «Разговор с арбитром» и вновь диалог пойдет о матче первой лиги. Мы предлагаем узнать, что в буквальном смысле осталось за кадром в матче принципиальных соперников «Аматора» и «Сокола». Какое наказание грозит игроку, а также попытаемся узнать, почему именно первая лига попадает в наши разборы чаще других. Для разъяснения этих вопросов мы вновь позвали в студию Назара Слизова, куратора чемпионата города Минска по хоккею среди любительских команд. Назар, в этот раз хочется начать не с вопроса про какой-то конкретный инцидент, а обсудить в целом, что происходит в первой лиге. Есть ли какие-то мысли, почему именно в этом дивизионе так много резонансных инцидентов? Да, я думаю, что определенным является тот фактор, что все-таки это
наполовину бывшие профессионалы играют в этой лиге, наполовину любители. И, соответственно, где-то профессионалы не успевают, где-то им хочется добежать, хочется где-то сыграть лишний раз в тело. Поэтому и происходят вот такие моменты, связанные с большим количеством дисквалификаций, с большим количеством штрафов. Возможно, это где-то необузданные эмоции, которые происходят, и ребята при всем своем желании не справляются с этим моментом. Все-таки им хочется почувствовать игру, почувствовать себя в этой игре, и зачастую оно переходит эти рамки дозволенного. А мы перейдем тогда к более конкретным инцидентам. Вот в частности, хочется обсудить нарушение на матче «Сокол-Аматор». Что же там произошло? Ну, это у нас уже стало таким традиционным, да, к сожалению, обсуждением именно матча этих двух команд. Мы уже отмечали в предыдущих программах, что это носит такой, скорее, статус определенного дерби уже между этими командами. Но как есть. Игровой эпизод вроде бы ничего не предвещает. Сначала на синей линии происходит контакт красного игрока с белым игроком. Все в рамках правил, никакого нарушения нет. Игроку команды «Сокол» это не понравилось. Он решил наказать таким образом игрока команды «Аматор» и совершил такое, на самом деле, довольно опасное и травмоопасное действие, как подсечка. Потому что если где-то происходит там силовая борьба, какой-то иной момент, это можно объяснить излишним желанием, то подсечка, так как ты не контролируешь тело, ты падаешь назад, у тебя подбивают ноги, и ты можешь удариться головой. Это всегда очень опасно, очень чревато какими-то серьезными последствиями. Поэтому за это действие игрок получил сразу матч-штраф. Это официально в книге правил ИХФ сказано на этот сезон, что именно матч-штраф за это действие. И две игры дисквалификации в соответствии с дисциплинарным кодексом. Далеко не отходим от первой лиги. А теперь предлагаю перейти к матчу «Семь холмов» «Микст». Что же там произошло на льду? Хотя эти команды мы не так часто вспоминаем в нашей рубрике. Ну, мы уже отметили в начале, что первая лига у нас, к сожалению, такая очень, может быть, не к сожалению, а наоборот, к счастью, она такая эмоциональная. И вот очередной момент в матче «Семь холмов» и «Микст». Вбрасывание в конечной зоне, игрок атакующей команды убегает. Ну, тоже нарушение подсечки, но я бы здесь сказал, что, возможно, из излишнего желания побороться за шайбу с игроком команды «Микст», игрок команды «Семь холмов» нарушил правила, тоже подсечка. Но этот момент несколько отличается от того, что был в матче «Аматор-Сокол», так как здесь шла борьба за шайбу. Да, он неудачно подстроился, красный игрок под белого игрока, и совершил нарушение. Главный судья располагался вроде бы в правильной позиции, но не смог с игры наложить этот штраф. Далее развивается этот эпизод. Игра происходит в углу, идет передача, забрасывается шайба. Все, судья фиксирует взятие ворот. И потом игрок команды «Белый», на котором нарушили правила, но не зафиксировали, к сожалению, в предыдущем эпизоде, решил выяснить отношения с игроком команды «Семь холмов». Завязалась потасовка, драка, в результате чего уже главный судья здесь наложил правильно, абсолютно верно, штрафы за драку и отправил игроков в раздевалку. Мы же на следующий день, рассмотрев этот эпизод, приняли решение наложить 4 игры дисквалификации за драку на игрока команды «Микст» и 4 игры за драку на игрока команды «Семь холмов», плюс момент на 2 игры за подсечку на игрока команды «Семь холмов». И таким образом дисквалификация игрока команды «Микст» 4 игры составила, а игрока команды «Семь холмов» 6 матчей. Ну вот опять же, «Аматор», «Сокол», вот если возвращаться к этим командам, «Сокол» в нашей рубрике уже в третий раз фигурирует, «Аматор», по-моему, во второй раз. Может быть, как-то стоит поговорить с ребятами? Или это и есть тот самый хоккей, который мы очень любим за его зрелищность? На предсезонном собрании с представителями и капитанами команд уделялось большое внимание особенно нарушением правил, особенно моментам, связанным с драками, что это будет очень серьезное наказание. Не потому что нужно наказать, а потому что задача игроков в первую очередь играть в хоккей, получать удовольствие и беречь свое здоровье и здоровье своего соперника. Возможно, как мы уже отмечали, будут сделаны определенные выводы, может быть, будет приглашена команда на беседу, где мы разъясним, опять же, повторим,
эти моменты. Возможно, это будет ближе к матчам серии плей-офф, чтобы все-таки, где матчи уже будут носить более статусный характер именно с точки зрения борьбы и уже распределения мест по итогам чемпионата, то все может быть, да. Но почему в высшей лиге не так много тех самых резонансных инцидентов? Все-таки высшая лига — это играют в большинстве своем исключительно бывшие профессионалы, и они стараются совладать со своими эмоциями, сдерживать себя, и где-то более технично, возможно, где-то более аккуратно играют, опять же, стараясь сберечь и здоровье себя, и здоровье оппонента из другой команды. Назар, спасибо большое за разъяснение этих инцидентов. Даже любопытно, в следующий раз, когда мы с вами встретимся, какую же лигу будем обсуждать? Спасибо. Вторая лига. Как всегда, множество матчей и несколько очень неожиданных результатов. Лидеры по-прежнему отправляют ворота соперников, а огромное количество шайб. В подвале таблицы продолжают осваиваться в лиге новички, а команды-выскочки стараются подтверждать, что победа на старте чемпионата – не случайность. Вашему вниманию обзор второй лиги. Матч «Щита» и «Грифонов» открывал игровую программу прошедших двух недель. Упорной борьбы в этой встрече не вышло. Зато, как всегда, можно порадоваться за улучшение индивидуальной статистики игроков одного из лидеров чемпионата. У Алексея Романюка гол плюс 2 ассистентских балла. Дубль у Сергея Веремейчика. Ассистентский балл на счету Дмитрия Лукашенко. В сумме же хозяева отправили 9 безответных шайб в ворота соперников. «Пижон» потерпел очередное поражение. На этот раз от «Бастиона» 5-1. Хозяева, забросив 5 раз, умудрились пропустить лишь в самой концовке матча, не дотерпев до шатаута всего каких-то 1,5 минуты. У Николая Лукашенко гол плюс пас. Продуктивная игра «Бастиона», который еще не терял очков. Хет-трик Алексея Янковского помог «Бобруйску 112» одолеть «Ашмяны» 5-3. Гости смогли отквитать 2 шайбы после резвого начала хозяев. Более того, в дебюте третьего периода смогли даже выйти вперед. Однако провальной вышла заключительная треть игры для новичков лиги. Пропустив 3, они не просто упустили преимущество в 1 шайбу, но и умудрились проиграть с отрывом в 2. Досадно, а виктория была весьма близка. «Мопит» не оставил шансов «Варягу». 1+1 Сергея Шуликовского, а также аналогичная статистика Евгения Лазаревича позволила строителям провести весьма спокойный матч, положив в свою копилку 2 очка. Дебютной шайбой за клуб «Мопит» отличился и Дмитрий Щербацевич. Для первого гола в чемпионате ему понадобилось провести 3 игры. Итоговый счет 4-0. Победа гостей. Отметим также 4 разгрома за прошедшие 2 недели. «Будауник» взял верх над вторым «Микстом» 11-0. «Айчина» разгромила «Белтрансгаз» 13-3. «Бастион» в своем втором матче за неделю камня на камне не оставила от «Ночных звезд» 9-2. А в завершении отчетного периода «Спарта» поглумилась над «Микстом-2». 5-1. Акцентируем внимание, второй «Микст» – единственная команда из всех дивизионов, которая еще не набирала очков. Что ж, будем ждать. По традиции завершаем обзоры лиг дивизионом «Челлендж». Первое поражение «Торнадо» – событие прошедших 2 недель. Но смогли ли ребята ответить на это поражение уже в следующем матче против «Бастиона-2»? «Белавтомаз» также сыграл несколько встреч. Как поживают «Стражи» и «Минск Уорриорс» – все это в нашем обзоре. Первое поражение «Торнадо» в сезоне. Победное шествие прервал «Айсберг». Встреча проходила при обоюдоострых атаках, но хозяева лучше использовали свои моменты. Как ни пытался догонять «Торнадо», их не хватило. 4-2. «Айсберг» смещает «Торнадо» с первой строчки. Thank you.
Айчина сенсационно уступила Белавтомазу. Первый период прошел при обоюдном молчании команд. А вот начиная с середины второй-третьей гостям пришлось отыграться. Евгений Мартинков вывел Айчину 2 вперед. Как мы можем видеть, гости справились с задачей на ура. Мало того, что отыгрались, так еще и победили, притом в основное время. 2-1. Белавтомаз празднует викторию. Победа второго бастиона также не останется незамеченной. По булитам было повержено торнадо. На гол Дмитрия Шакуты в первой трети хоккеисты гостей смогли ответить лишь в начале третьего периода усилиями Георгия Кухарева. А в серии послематчевых бросков решающий нанес Владислав Гарусов. 2-1. Второй бастион получает 2 очка и возглавляет турнирную таблицу. Боржо и Стражи устроили натуральную перестрелку, забросив за матч на двоих аж 12 шайб. 8 из них побывали в воротах Боржо. Исход матча был решен еще по истечению второй-третьей матча, ведь на табло горели цифры 2-6. Но тема прекрасна челлендж-лига, а в ней никто не хочет уступать, каким бы ни был счет. Каждая команда еще дважды поражала ворота соперника в третьем периоде. На том и разошлись. А 8-4. Победа Стражей. Из других результатов отметим 2 крупных поражения Минск Warriors от второго бастиона 1-7 и от Айрона с похожим счетом 1-6. А также вторую победу за 2 недели Стражей. Ими был повержен Белавтомаз 4-3. На сегодня все, пришло время прощаться. Всего доброго. Пока-пока.